Rabbit Holy Chopper. Название, конечно, игры, ну, я так промолчу. Но когда поиграл, уже понял, что еще не так, чем кажется. Древнее зло окутало провинциальный городок Rabbit Hole. Теперь Шону Тернеру предстоит распутать клубок мистических событий, решить множество загадок и спасти свою семью, а также выбраться из города, который превратился в обитель ада на земле. Не забывайте подписываться. Игра стоит 300 рублей. Я ее, да, взял в себе. Тут неплохая графика, хорошая атмосфера с русским переводом голосовым. Перевод сделан, знаете, хоть и с матами, но очень профессионально и качественно. Видно, что старались. Что еще больше передает атмосферу проклятого города. Также зомби. А вот насчет зомби здесь сделаны так, что, наверное, множество игр позавидует. Если вы зомби стреляете и не можете попасть ему в голову, вы можете попасть случайно ему в руку пару выстрелов и ему отстрелить руку, которая упадет и будет лежать рядом. Да, трупы здесь никуда не пропадают. Тоже будут лежать. А движение зомби, посмотрите, тоже качественно выполнено. Плюс довольно неплохая история проклятого города. Побочные квесты, которые, в принципе, о многом могут рассказать. Тут реально вот в этой игре интересно, сложно. И ты чувствуешь, что ты попал как будто в город реально зомбаков. Очень интересно. Здесь, да, палку ты взять в руки не можешь и пойти их там скипидорить, эти бедные зомби, налево-направо. Тебе надо вот от них прятаться, убегать, скрываться. То есть очень классно сделаны, короче, ну, так сказать. Ну, это не симулятор, но игра очень хорошо сделана, мне понравилась.